перейдем к первому испытанию. Итак, первая игра «Красный свет, зеленый свет». Перед вами стоит кукла. Когда она поворачивается к вам и звучит музыка «Красный свет», вы должны замереть. Но когда она отворачивается и звучит «Зеленый свет», вы должны бежать. Если будет замечено хотя бы одно движение, этот игрок выбывает из игры. Итак, начнем. Зеленый свет. Раз, два, три. Красный свет. Игрок 324 выбывает из игры. Ну, блин. Это что сейчас был за звук? Это что сейчас было за движение? Что он сделал? Это розыгрыш такой. Пошли уже. Красный свет. Да что это такое, а? Ладно, я тебе придется по правилам играть. Уже заговариваюсь от страха. Зеленый свет. Раз, два, три. Красный свет. Игрок 101 выбывает из игры. Зеленый свет. Раз, два, три. Красный свет. Нет. Кто мне держит? Хорошо, что ты не споткнулся. Зеленый свет. Раз, два, три. Красный свет. О, наконец-то я дошел. Я тоже нашел. О, нет. Что это за испытания такие? Да, что это за испытания? Поздравляем участников, прошедших это испытание. Пройдемте в комнату отдыха.